Biz neydi? Пускайся, говорит, любимая. Я тебя жду. Илья! That's right, motherfucker. That's right, motherfucker, bitch. What are you doing, buddy? Я много не пью. Утром чарочку, в обед чарочку, вечером чарочку. Выпью. Так хорошо, наемся. И пошел нахуй вирус этот. Мужик, как проехать? Не знаю. Easter, Omar. You look like such a pretty... Ah! Ah! Пацаны постелил коврики и остановился помыть окно. Тряпку протерли. Всем пока. Скамейку красили. Да вы что? Ну, в прошлом году. Точно в такой же цвет. Так что имейте в виду, за скамейками следим. Ага. Все. А у меня это самое. Все, тут все чётенько. Все, спасибо. Я больше пьяный, сюда не буду парковаться. Смотри. Соседняя машина тоже, наверное, сгорит. Печально. Нет. Вот дядя погибает. Кошмар какой-то. Вот наша машина. А вот это. Моя маленькая спит. Ну то мой спальник какой-то у меня заботливый. Дай я тебя поцелую, расцелую. Все будет у нас хорошо. Что ты мне тут приготовил? Яичницу. С кофе. А тут кофе, да? Да. Спасибо большое. Как я тебя уважаю, люблю. Да было бы за что. Все будет ровно. Чики-пики. Что ты купил, что было относительно дорогим, но ты просто должен был себе это купить? Минуточку. Вот такой сюрприз. Все, иду. Заходи, 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 сюрприз, заходи.
это сюрприз. Давай, идем. 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 Как красиво. Я сказал, вот такая медленная какая-то мелодия. Идем. Аккуратно не наступай на свечки. Глаза закрываем. Идем. Как красиво. Та-дам! О, нет! Это надо все помыть. Это выкинуть. Это подмести. Радуйся. Когда ты работаешь, да, в Яндекс.Доставке, доставить любой ценой, то вот просто куда-то идешь, парень. Все.
все говорят, типа, почему ты не можешь просто познакомиться с девушкой на улице? Это ж так легко. Легко нахуй? Хуй там плавал. Она ж идет куда-то, это что, если типа прям с целью, блядь, никто ж на улицу идет, типа, пойду просто погуляю одна, хуй там. И вот она идет, и что, вот подойти, и вот что сказать, блядь, девушке, которую ты первый раз видишь, типа, ты скажешь, типа, ты красивая, она скажет, ну иди нахуй, мне похуй. Ну, типа, ты там нет? Суть-то в этом, в этой хуете. Подкатывает и говорит, блядь, что вот может такое умное сказать, чтобы она такая, типа... Вау, первый раз его вижу, он почему-то ко мне подошел, когда я, сука, тороплюсь нахуй на работу, блядь, я спала 5 часов, а к мне какой-то уебок пристает. Ну это ж пиздец полный. Ладно, предположим, в магазине. Я такой иду, а она, блядь, с работы нахуй, блядь, 20 часов просто втухала, блядь, на кассе, к ней приходили люди и бесили ее нахуй. И тут к ней кто-то еще пристает, она хочет домой поспать нахуй. А тут... И я такой, здравствуй, девушка, не хотите познакомиться с моим малышом? Так иди нафиг! Кто ты, блядь, такой? Почему ты мне мешаешь жить? Типа, бля, и вот и все, не знаю, но ты ж пипец, да. Да! Это очень грустно, если честно. В принципе, я высказал, что хотел.